Весенне-летний период жители района, особенно проживающие в сельской местности, жалуются на низкое давление воды в централизованных системах водоснабжения. В основном нехватка питьевой воды связана с высоким ее отбором для полива приусадебных участков. Как с незаконной врезкой и хищением воды борются в Славянском районе, смотрите в следующем материале выпуска. Предприятиями ЖКХ района активно ведутся работы по выявлению незаконных врезок и хищения воды. В результате было выявлено множество нарушений, рассказал начальник отдела ЖКХ Управления жизнеобеспечения транспорта и связи Александр Головинов. На сегодняшний день в связи с этим организованы рейдовые группы нашими предприятиями ЖКХ совместно с поселениями, привлекаются участковые для работы по выявлению хищения воды, незаконных врезок. Уже есть результаты этой работы. Найдены незаконные врезки в хуторе Голицын, Петровской, в Целинном, Бараниковском хуторе. За незаконное подключение к центральному водопроводу законодательством предусмотрено наказание, которое может ударить по карману. Штраф за незаконное подключение к центральному водопроводу может составлять немалую сумму, исходя из сечения водопроводной трубы, помноженное на 24 часа непрерывного полива с момента последнего контрольного обхода. В Славянске на Кубани также проводится работа по ограничению водоснабжения абонентов, проживающих в многоквартирных домах и не желающих производить оплату за потребленную воду путем частичного перекрытия сетей канализации в квартире. Сотрудники отдела ЖКХ призывают жителей для полива использовать техническую воду из неглубоких скважин, которые есть практически на каждом земельном участке. Работа по выявлению несанкционированных врезок и неплательщиков будет проводиться постоянно. Тина Копачевская, Георгий Калинин, Константин Монастыренко. Программа «События».